куртка тут. Куртка у кого, ребят? Там куртка. Что без куртки? Братишка. Я в куртке, просто мне с сумками жарко. Вот. Выводить насильно. В этот же день Дадина осматривает местный врач. Вердикт – ни единой царапины. Спустя месяц, уже в конце октября, выходит новость. Не мириться с этим тотальным бесправием, которое всех... Но я также был уверен, что той поддержки, которая у меня есть, будет достаточно для иммунитета вот прямых избиений и пыток. В ВК-7 оказалось, что там настолько, видимо, распоясались и привыкли к безнаказанности, что этого иммунитета оказалось недостаточно. Я чувствовал, когда подвергался этим пыткам с подвешением за наручники, очень дикая боль в плечах. Они неестественно выворачиваются, плечевые суставы. Одновременно внутри дикий страх. Боль, я ее уже чувствовал, что не выдерживаю, плюс я жду, что сейчас придет осужденный и начнет насиловать. В этот момент я сломался. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уст намотал. Если в жарком бою испытал. Приезжающих с этапа с головой опускает, сразу показывает. Ты скот, ты бесправное ничтожество, ты раб. Я прочел книгу Джорджа Оруэлла 1984. Вот после этой пытки я для себя понял, что у нас Джордж Оруэлл уже эта страшная ситуация на критической уже есть. Она есть в этой колонии.